Что, смотрим первую задачу. Итак, куплена иномарка. Ну, в данном случае, конечно, сама иномарка не может входить в стоимость ВВП. Единственное, например, если там гражданин покупал иномарку через дилерский центр, да, соответственно, были какие-то расходы именно на услугу продажи, то есть без учета стоимости автомобиля, вот эта стоимость этой услуги, в принципе, может войти в ВВП, а вот именно стоимость самой машины, конечно же, нет. Поэтому в первом случае мы напишем так, что покупка иномарки, мы, так сказать, напишем, что в части расходов, на покупку без учета стоимости машины. То есть, если были какие-то дополнительные расходы, то это, в принципе, да, подойдет. Значит, там второе, это на странице купил дом в России. Если только, конечно, надо быть аккуратным, в том плане, что дом должен быть как бы новый, да, вот он, допустим, построил, строили там, вот он его купил, соответственно, в смысле, да, это новопроизведенные товары и услуги, но товар, соответственно, который был произведен и продан. В этом смысле, да, покупка дома иностранцам. Это вот получается, наверное, можно сказать, что должно быть первичное жилье на первичном рынке. Так, фирма купила компы. Ну, вот смотрите, если фирма купила компы, то, в принципе, это можно, наверное, рассматривать, да, как покупку товаров и услуг, соответственно, конечных, то есть на смысле фирма уже использовала, как инвестиции, в общем, можно рассмотреть, поэтому подойдет. А вот стройматериалы уже нет. Стройматериалы, когда фирма покупает, заметьте, именно фирма, да, стройматериалы купила фирма. В данном случае мы понимаем, что это тогда рассматривается не как конечный продукт, да, не товар, услуга, потому что фирма будет строить еще что-то, соответственно, свой материал, и поэтому здесь точно нет. Давайте напишем, что не конечный продукт с точки зрения фирмы. С этой точки зрения. То есть именно важно, что с точки зрения фирмы. Так, а вот смотрите, когда домохозяйка купила полуфабрикаты, мороженые котлеты, да, то в этом смысле она их приготовит, и они их съедят. И даже то, что это полуфабрикаты, все равно в этом смысле это конечное потребление. Поэтому в данном случае мы это включаем в ВВП. Вот такой у нас здесь расклад получается.